Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Дело в том, что я хочу в этом видео предложить вам небольшую авантюру. Для тех, кто живет в Германии, может быть, в Польше, недалеко от Берлина. Дело вот в чем. С 25 по 28 число включительно у меня будут выходные, и я планирую проехаться по оффроуд маршрут по ТЭД Германия. То есть хочу поехать, стартануть со стороны польской границы и ехать на восток, и потом, возможно, уйти на север. Но это пока еще не принципиально. Так вот, я хочу предложить, может быть, кто-то смотрит мой канал, живет недалеко относительно от Берлина и свободен в эти даты, составить мне компанию. То есть мы можем встретиться и совместно там вдвоем, троем, сколько народу наберется, рвануть по этому маршруту. То есть я планировал так, что нет, у меня, по-моему, даже 4 дня выходных. Ну, в общем, несколько дней ехать и один день на возврат домой. То есть в пределах Германии можно вернуться за один день домой. Поэтому как бы ехать, наслаждаться этим временем. Так вот, дело в том, что, еще раз скажу, у меня скилла в плане эндуро нету, и как бы вот эту поездку я хочу себя немножечко прокачать, попробовать, ну, опять же, так, чтобы недалеко от дома. Потому что в августе я собираюсь ехать немножечко подальше, я хочу поехать по ТЭД Швеции налегке с ультралайт снарягой, чтобы, ну, просто у меня будет отпуск, и я хочу вот так кайфануть. Поэтому, ребята, если есть желание, время, мотоцикл, то, в принципе, поехали. С удовольствием. Если у вас ограничения по времени, то это вы можете, скажем так, день-два проехаться, а потом развернуться и уехать как бы домой. То есть не так, что вот мы прям поехали и прям до Талова вместе едем нафиг. Нет, это... То есть как бы есть желание присоединиться, присоединяйтесь. Нет, так нет. В общем, как-то так. В общем, я пока планирую на это дело, на это время, вот такую вот небольшую авантюрку. Ладно, все. Пишите, если что, в комментариях. Можете также связаться со мной через директ в Инстаграме, напрямую, скажем так. Если какие-то нюансы обсудить, то в комментариях, наверное, лучше такие общественные. А я не помню, сказал, нет, что планируется путешествие со стороны Польши. Ну, в общем, если не сказал, я забыл, башка уже не варит, сегодня много работал. В общем, с Польши на запад, то есть с востока на запад и, возможно, на север. А, точно говорил. Все, что-то я подустал. Пойду отдыхать, ребята. Все, счастливо.